вами компания «Печной мир» в лице Александра Кутузова и Филиппова Алексея Анатольевича. Это мастер-бригадир, который ведет строительство вот таких вот объектов. Это печка-малютка, значит, она двухколпаковая, четырехканальная. Значит, имеет в своем функционале духовой шкаф, значит, духовку для выпечки хлеба, приготовления курочки и всякой другой штучки. Вот не взяли пирометр, но уже там температура около 200 градусов. Затопили минут 15 назад, может быть 20. Значит, печка топится вот таким вот образом. То есть вот с открытой дверкой. Это имеется растопочный ход. То есть как бы открываем. Первичная тяга создается в трубе. Сырость удаляется, после этого легкий ход растопочный закрываем. Значит, дверки сейчас находятся в стадии обгорания, краска немножко подбеливает. Вот. Это вот одна закладочка таких тоненьких маленьких щелочек сухих. Печка сырая, стояла 2 недели во время дождей, никто ее не сушил. Особенно она не сохла. Первая растопка. Вот. С открытыми дверками не двигает. Пробка паровая удалена. Значит, реакция на поддувало вот такая. Слышите, дудит? Звук запишите. Пробила пробку. Звук. Слышите, да? Слышно? Печка маленькая, сделана из кирово-чепецкого кирпича. Значит, достаточно обладает красивыми декоративными свойствами. Значит, сюда будет врезан кирпич с датой изготовления 2019-09 будет написано в кирпиче, отгравировано. Вот он сюда будет вставлен, такой же вот кирпич Лотос. Перекрышка колпака верхнего сделана по листу металла, чтобы из швов, глина, песок не сыпались в приготовляемую пищу. Значит, задняя часть со стороны комнаты выполнена в стиле дикий камень. Значит, все это было обработано в цехе компании «Печной мир». Значит, очень красиво сколы на кирово-чепецком смотрятся вот дорожкой, елочкой такой. То есть, как бы у нас есть мастер Максим Богородников. Он вот так вот приспособился колоть в одном стиле кирпич. Очень красиво, с подтесками, с такими раковистым излом. Когда лаком покроется, они будут такие вот ямочки в одну сторону смотреть. Очень симпатично. Я думаю, заказчику понравится. Швы ровные, аккуратные, все одинаковые. Значит, вкладка выполнена на 5 баллов. Значит, труба сделана тоже с декоративными углами, с радиусными, до уровня перекрытия. В перекрытии выполнена распушка, значит, на 2 ряда, толщиной 9 сантиметров. Еще вокруг нее будет положен один слой базальтовой ваты по 5 сантиметров по периметру. Вот здесь вот видно, к балке примыкания, где черепной брусок. Вот здесь остается до балки 5 сантиметров, как раз туда встанет один лист базальтовой ваты. И так будет по периметру обложено. То есть пожарные нормы будут соблюдены абсолютно безопасно исполнение проходки. На плите наварочной, плита с кружочками, можно готовить равно как в казане, в чугунках, ну также в кастрюльках, пожарить яичницу, сварить чайник, там вскипятить. И все, что погружается в отверстие, такие предметы, как чугунки или казаны, то есть как бы вот сюда вот ставим казан, и в принципе все хорошо. Также я люблю готовить шашлыки, когда прогорит маленько,
Я вот этот кружочек отодвигаю. И сюда ставлю шампуры с мясом. И кружочком так это прикрываю, чтобы это, ну, не сильно холодно не дуло. За 12 минут получается плотные шашлыки. По моделированию печей, печка была смоделирована по желанию заказчика. Значит, декоративные свойства приданы ей тоже по желанию заказчика. Поясок коричневый, дикий камень. Сочетание коричневого с желтым цвета. Значит, проектируем мы эти печки сами в компании «Печной мир». У нас есть два проектировщика, Вячеслав Кучера и Дмитрий Мишуков, которые сначала прорисовывают визуализацию, показываем заказчику, согласуем фасад, что-то меняем по желанию, что-то добавляем, что-то убавляем. И после утверждения визуализации, то есть готовой картинки, приступаем к работе по воплощению. То есть вот воплощение 100%. То есть то, что было на картинке, и то, что стало, все соответствует проекту. Заказывайте в «Печном мире» и получите готовое изделие на выходе, соответствующее вашим ожиданиям.